номер 111, Кривенко Сергей, город Киев. Сегодня в гостях у нас Сережа. Он раньше увлекался паркуром, это было очень давно. Сейчас почему-то присел на, скажем так, классический бодибилдинг. Ну, прежде всего спросим его о последних впечатлениях его выступления. Был чемпионат Украины. Вот. Ну, на самом деле меня подтолкнули, так сказать, выступить. Я никогда не стремился, не болел этим, но мне понравилось. Ну, посмотрим, хочется попробовать подготовиться на весну. Сугубо понравилось то, что за счет того, что ты ставишь себе цель, ты можешь не позволять себе много. То есть ты можешь ужаться в плане еды, в плане тренировок, в плане того, что можешь держать режим. Когда у тебя есть цель. Когда у тебя цели нету, ты начинаешь хавать какие-то сладости ночью. Ты можешь себе позволить погулять допоздна, ты можешь пропустить тренировку. Когда ты понимаешь, что у тебя соревнования, и у тебя остается времени все меньше, 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 и это время начинает тебя поджимать и давать тебе такого конкретного пинка. Скажем вот. Так, эти цели тебе помогают дисциплинировать тебя в режиме тренировок и питания и всего остального. Да, цель помогает очень сильно дисциплине в плане тренировок, режима и питания. Да. Тёма помогал советами, то, что вырезать. Тёма, я отовсюду советы. Тёма помогал. Ребята, я слушаю, давайте. Да, ну, почему нет? Хорошие советы, не на вес золота всегда. А тренировался ты сам? У меня было 6 занятий с тренером, где-то 6-7. Вот, и от него было очень много советов, как те, что мне подходили, так те, что мне и не подходили. Сколько тебе понадобилось времени, чтобы выступить на этом соревновании? 1.5-2 месяца. 1.5-2 месяца, но учитывая, у тебя уже была солидная база. Ну, у меня стаж где-то лет 14. И чем я только не занимался. То есть у меня довольно-таки большая база, у меня был неплохой мышечный объем, у меня задача была их сохранить и спалить жир. Вот. А для того, чтобы спалить жир, ну тут никаких секретов нет, нужно сделать просто дефицит калорий. Если есть дефицит калорий, тогда те, кто говорят, что я не худею, тут два варианта. Либо у них с гормонами проблемы, либо они жрут. Чаще всего это вариант номер два. Вообще с самого начала все. Ну да, ну можешь вкратце рассказать. Ну пошло где-то все с класса третьего. Это было тексульдо. С класса пятого я профессионально катался на роликах. Вплоть до акробатических элементов с трамплинами. Кстати, дома где-то медалька еще валяется. Вот. Было потом тэквондо, ушу, гермес, качалка, фриран. Это уличная акробатика. Только наподобие паркура, но... Это то же самое, то есть только отличается тем, что если паркур это из точки А в точку Б, просто перемещение максимально быстро и безопасно. Угу. А фриран это, скажем так, ну, это финты, акробатика, то есть красивая показуха такая. Так, вот. И у тебя, когда у тебя началась практика силовых упражнений, скажем так? С 18 лет. С 18 лет, то есть это качалка? Ну да, как-то мне не нравилось мое тело. Я был очень слабым, хиленьким мальчиком, я весил 59 кило. Не верится. Поверь. Да. Весил я 59, вот, и ну, постепенно, одно время у меня было, в универе я начал заниматься, меня не взяли в качалку, потому что я был очень слабый. Я тогда еще траванулся, не подтянуться не мог, ни на брусьях ничего нормально сделать. В итоге меня это зацепило, я пасовал физру для того, чтобы отработать ее в качалке вечером.
А после занятий всего этого дела мечтался со всяких форумов, думал, что пиво поможет набрать, всякая хрень. Было пиво после тренировки, чтобы ты понимал. Да, и разные булочки и все остальное, да. Что на соревнованиях у тебя удалось и что не удалось? Очень не удалось, мне кажется, позирование. И не удалась загрузка. Я недостаточно загрузился углеводами, чтобы казаться больше и надутей, грубо говоря. Вот. И с позированием было, мне кажется, слабо. Вот эти вот два косяка, которые нужно подтянуть на весну, и сделать себя глубже и суше. Рандат задняя, битвист, правильно, да. И просто задняя. Рандат и битвист, правильно? Битвист — это когда вот ты боком зависаешь так, проворачиваешь тело. А рандат задний — это когда ты становишься на руки, потом на ноги и вылетаешь задним. Понятно. Это рандат задний. И сальто. Да. Look. If you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment, would you capture it or just let it slip? Yo. У тебя там был нюанс, по-моему, да? Ты чуть-чуть пятками... Ну, я думал, что с этой дисциплины, если ты выходишь, ну, обутый, снимают баллы, и мне никто не объяснил ничего, в итоге я вышел боссом, элемент правильно выполняется в отбивку, соответственно, там паркет, ну, пятки уже болят. Какое сегодня число? 14-е. Да? Пятки еще болят? Две недели уже болят. Ну, одна. Одна отошла, одна еще болит. Еще болит. Да. Ну, то есть босиком на жестком полу это делать? Босиком на полу вообще. Ну, если с места, то еще можно. Если вот в отбивку правильно, с техникой, это очень больно. Желательно на гимнастическом или же на... Желательно обуваться. Если на твердом. Да, но гимнастически вот как на Спартаке, там на кубинах вот это, там я смотрел. Да. Там, конечно. Ну, там же дорожка специальная, там специальный ковер, конечно, там, да. И бодибилдеры делают такие элементы, я не видел, потому что все-таки чаще всего бодибилдеры, они не очень... Спасибо большое, но я уже тебе как-то говорил, что я не бодибилдер и не позиционирую себя как бодибилдер, я позиционирую себя как атлет. Именно поэтому считаю, что все должно быть в сукупности, гармонично, в комплексе, потому что одно дело иметь красивое тело, а другое дело им владеть. Хочет или турник, или тренажеры, не знаю, с чего начать, и очень или же боится, или же стесняется. Просто вот какой ты дашь совет? Я дам совет для того, чтобы был более быстрый прогресс, для того, чтобы был грамотный, менее травматичный, нужен грамотный тренер. Для начала лучше всего грамотный тренер. Обязательно грамотный тренер, с хорошим стажем желательно. Не там отбитый какой-то, а вот именно грамотный, который знает, как построить то-то-то, который посмотрит, например, анализы, который посмотрит тип телосложения, поиграет с питанием, с рационом, с тренировками и поймет конкретно, что нужно этому человеку, потому что каждому человеку нужен индивидуальный подход. Ну, скорее всего, такого тренера можно найти по отзывам своих друзей, которые уже чего-то добились. Можно, да, конечно. Да, потому что, к сожалению, выбирать тренеров по рекламным плакатам и роликам — это еще не все. Ну да. Сережа, тебе большое спасибо. Привет. Со всеми здоровайся, все тебя знают. Ну и вообще твои увлечения и занятия спортом, они мотивируют. Спасибо. Спасибо большое. До очень приятно. Встреч. Да. Все, подписывайтесь. Подписывайтесь на Серегин канал. И также смотрите дальше наше интервью. Все, пока.
привет. Вечер добрый. Слушай, ну что ты расскажешь о выступлении Сережи? Ну, молодец, в первую очередь скажу, что взял третье место, это хорошо. Ну, есть над чем работать. То, что первый раз делал, это, конечно, классно. Ну, просох, похудел, вышел, не сдался духом, тоже молодец. Ну, для первого раза, конечно же, классно, потому что не все, скажем, даже до этого доходят, даже до половины, поэтому в этом плане молодец. Было очень интересно, неожиданно, люди оценили, судьи оценили, но, скажем так, вот именно сам позинг надо еще подтягивать. Акробатика классно, все, удивил, а позинг просто еще немножко дожать, потому что мало позировал, мало там, ну, это очень большая часть. И важность в соревнованиях, именно как ты себя ведешь, как ты себя показываешь, надо уметь это делать. Есть над чем работать, но в принципе было классно. Пятки забил, конечно, до сих пор ходит, говорит, что пятки чувствует, но пройдут, как говорится, ничего страшного нет. Да, жизнерадостный, ну и когда голодный нет, не сильно такой, а когда есть, хорошо, вообще классно. Я хороший человек, все нормально, да, в этом плане, ну, позитив. Ну что, пожелаем вам первое место на следующее выступление. Только первое место, только. Передаем Сереге привет. Занимай первое место. Да, ешь меньше, ешь лучше и работай больше. Да, и все будет хорошо. Все, пока. Давай.